Коллеги, Retail Tech вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, какую компанию представляете? Здравствуйте, меня зовут Олеся Глущук, представляю компанию Fast Forward. Расскажите, пожалуйста, чем занимается ваша компания? Мы делаем образовательные поездки для ритейлеров по всему миру и делаем так, чтобы наши ритейлеры могли увидеть лучшие практики мировых компаний, начиная от Азии, заканчивая Америкой. Вот, на протяжении недели они учатся, смотрят, что новое внедрили Walmart, Amazon, Tesco и все остальные компании, приезжают сюда и внедряют эти технологии. Получается, ваша компания помогает русскому ритейлу становиться все лучше и лучше, перенимая западный опыт. Да, я надеюсь очень на это. У нас есть яркие примеры. Мы работаем уже, там, например, 8 лет с Вкусвилл. Еще когда они были из Бёрнка, впервые мы поехали в Британию. И сейчас мы, конечно, уже объездили весь мир. И вы сами видите, что из Бёрнка превратилось во Вкусвилл, куда ходят все уже учиться. Да, и расскажите, пожалуйста, пандемический год, он в образовательный сегмент тоже внес свои коррективы. Как вы прожили этот год и с какими посылами идете в следующий? Знаете, ну, сначала, конечно, как и все, мы были обескуражены, потому что был распланирован 2020 год весь в поездках, было много очень заказов, но так случилось, что они все отменились, и мы перешли в онлайн. Мы разработали бизнес-модель спикер-шеринг, когда, к примеру, 3-4 российских ритейлера могут заказать выступление практика из Амазона, который их обучит, и мы давали безлим-пакеты, и вот на этой бизнес-модели мы сделали очень много таких прямых ключей, нитей, мостов со всего мира. И, конечно же, уже в этом году мы делаем поездки, мы летим в ОАЕ, в Дубай изучать сервис и онлайн-доставку в Малайзию. Поэтому я думаю, что уже у нас, конечно, так как было, уже никогда не будет, но будет уже такой blended метод, когда мы и онлайн, и офлайн будем стараться все больше и больше практик сюда привозить. Спасибо огромное, что двигаете ритейл-рынок все выше и выше. И надеюсь, конечный пользователь по достоинству оценит ваши старания. Спасибо вам большое. И вам спасибо большое. Спасибо большое.